Общественность возмутил игровой аппарат в крупном торговом комплексе. Посетителям предлагали играть за персонаж известного американского боевика «Рэмбо» и убивать советских солдат. Так выглядит эта игра, которая возмутила неравнодушных. Противники главного героя одеты в форму солдат советской армии. И чтобы выиграть, челябинцам предлагали их расстреливать. Ведь по сценарию игрок сражается за «Рэмбо». Расстреливать наших общественники посчитали непатриотичным и потребовали отключить этот симулятор стрельбы. Игрок должен стрелять, и на экране появляются люди в форме солдат советской армии. Нас возмутил тот факт, что очень много в настоящее время проживает героев в Челябинской области и в самом Челябинске, которые носили эту форму, которые в этой форме защищали нашу отчизну. Руководство торгово-развлекательного центра согласилось прекратить работу аппарата и больше его не включать.